Ух ты! Вау! Радужный волчок становится белым! Хочешь себе такой же волчок, который меняет цвет? Делай его со мной! Давайте сначала посмотрим, какие материалы нам понадобятся. Маленькая палочка, картон и акварельные маркеры. Нам также нужны ножницы, карандаш, гвоздь. Делайте это вместе с Кря-Кря. Нарисуй круг, соединив точки в числовом порядке. Вырежи из картона круг. Береги свои руки. Нам нужно раскрасить его в цвета радуги. Зеленый. Фиолетовый. Желтый. Оранжевый. Красный. Голубой. Синий. Проделай отверстие в центре картона гвоздем. Ставь маленькую палочку в отверстие в центре картона. Радужный волчок готов. Давай вращать волчок. Цвет изменился. Давай узнаем почему. Когда волчок быстро вращается, происходит смешивание 7 цветов света, в результате чего он кажется белым. Белый солнечный свет, который мы обычно видим, также образуется путем смешивания 7 цветов.